Здравствуйте, дорогие друзья. Как ни прискорбно это осознавать, мне уже 48-й год идет, так что вот стихотворение по этому поводу. На 48-м году жизни я снова свободу обрел. Пророчили множество бед мне. Я все эти беды прошел. Не задаю больше вопросов. Что, как, почему, для чего. Удовлетворить не пытаюсь. Я больше уже никого. Иду так, как знаю по жизни. Рецепт ее очень простой. Проблемы стараюсь решить все. Сегодня, пока молодой. Спасибо. Старайтесь решить все проблемы, пока есть возможность. Мой вам совет. Удачи.